Река Миасс в черте города преобразится. Правда, когда и насколько, пока неизвестно. Сегодня в Доме архитектора прошли публичные слушания по планировке поймы водного объекта. Проект составляли 5 лет, и теперь он одобрен властями. Суть документа в следующем. Прибрежная зона фактически разграничена между муниципалитетом и федерацией. И разобравшись с тем, кому какой участок принадлежит, можно вести речь о благоустройстве территории. То есть мы получили водный объект и мероприятие, которые устанавливают границы этого водного объекта, и те свободные территории, которые достаточно неухожены на сегодняшний момент, присутствуют в городе Челябинске, которые с нашей точки зрения должны быть после установления кадастровых границ муниципальными, и мы их начнем потихонечку, как хозяева муниципальных земель, потихонечку осваивать. Архитекторы и инженеры при разработке проекта учли пожелания челябинцев. Так, на участках поймы, где есть хоть малейшая опасность подтопления, здания не будут строить, а организуют зеленые зоны. Позаботятся и об экологическом оздоровлении Миасса. Набережные будут на всем протяжении. Другое дело, либо это будет укрепленный откос, а ниже парк. То есть мы разделили на две зоны. Очистные сооружения размещены в южной части и в северной, там, где около острова вот этого нашего Зайчи, как он называется. В общем-то, приближены к промзонам. Проект прошел публичное слушание. Осталось найти инвесторов. Это, пожалуй, самое сложное, учитывая, что срок реализации работы около 30 лет, а размер инвестиций 153 миллиона рублей на гектар.